На протяжении 12 лет конкурс собирал сотни талантливых ребят из разных регионов России. В этом году из-за пандемии во Всероссийском вокально-хореографическом фестивале приняли участие только коллективы Ростовской области. Среди них и Азовский ансамбль народного танца «Гуляй, россияне». Мы подготовили 7 танцевальных постановок, которые трюковые, которые с дробями, которые сюжетные номера. И после круглого стола было награждение, и судьи высокопрофессиональные, очень компетентные, которые оценили нашу работу, наших детей, и мы были удостоены звания гран-при, это высшая награда конкурса. Участники ансамбля шли к победе напряженным трудом. Каждый из 96 танцоров этого коллектива привнес свой вклад в победу. Мы очень много тренировались с душой, чтобы занять первое место. Играли актерски, нам это нравится. Нравится танцевать, это маленькая частичка жизни. У кого-то большая. С радостью танцуем и очень любим это дело. Талантливо построенные танцевальные композиции, исполненные буквально на одном дыхании, мастерство и яркие костюмы участников коллектива покорили строгое жюри. В родной город ансамбль народного танца привез главную награду конкурса «Гран-при». Людмила Улихина, Валентина Сираж, Алексей Покатило, Азов.Инфо.